В Мурманской области пройдут съемки первого российско-тайваньского сериала, в основу которого легли реальные события. Подробнее о сюжете и о том, как проект может повлиять на развитие туризма, расскажет Елена Галямина. Первый российско-тайваньский сериал «Северное сияние любви» будут снимать в Мурманской области. Съемочная группа и актеры уже прилетели в Заполярье и привыкают к местному климату. В основу 13-серийной истории легли реальные события осени 1999 года. На самом деле, когда произошло это землетрясение под названием 9.21, оно произошло 21 сентября. Соответственно, Россия проявила себя очень милосердно и выслала команду из спасателей. По сюжету, один из российских спасателей по имени Дима вызволяет из-под завалов 8-летнюю тайваньскую девочку. Ребенка забирают в приют, но спасатель становится для нее близким другом и не прерывает общения. Спустя 10 лет девушка отправляется на родину Димы в Мурманскую область, чтобы загадать желание под северным сиянием. Северное сияние пользуется большим спросом как бренд нашего севера, крайнего севера, у туристов из Китая. Мы надеемся, что этот сериал получит большой успех у зрителей, и зрители заинтересуются нашим краем и захотят, конечно, после просмотра сериала побывать здесь и увидеть вживую это северное сияние. Съемочная группа планирует пробыть в Заполярье около месяца. За это время будут сняты сцены на трех основных локациях. У памятника Ждущей, на вокзале и у Алеши. Далее съемки в Москве, Питере и Тайване. Премьера сериала в Китае и в странах Юго-Восточной Азии запланирована на январь 2020 года.